период мы проводили ежедневно по городам и по районам рейдовые мероприятия на выявление водителей, которые садились за руль в алкогольном или в наркотическом опьянении, а также снижение на скоростной режим для наших водителей. Потому что два этих факта на сегодняшний день приводили к дорожно-транспортным происшествиям. За это хочу вам сказать спасибо. Как вы знаете, со дня моего назначения я перед собой лично и перед личным составом ставил задачу снизить аварийность на наших дорогах. Мы должны сохранить, насколько это возможно, жизнь наших граждан. Это наша функциональная обязанность. Также хочу обратиться к нашим начальникам ГАИ и привести статистику. Ранее по выявлениям именно направлено на наркотическое или алкогольное опьянение, мы выявляли от 10 до 15 фактов водителей, которые нарушали по 119 статье. На сегодняшний день эта цифра составляет от 4 до 6 человек. В данном направлении мы будем проводить мероприятия в таком же режиме. Максимально мы должны снизить смертность на наших дорогах. Наш народ надеется на нас. И мы на этом останавливаться не будем.